называется раскоп. Нашли археологическую загадку. В этой стене, возможно, несколько тысяч лет. Какие тайны хранит эта надпись, еще никто не знает. Что ты делаешь, Елизаров? Ты ненормальный! Чего за стыль? Я ж не картину в музее зарисовал. Это просто камень. Ты же уже отвечала этот стих. Когда я отвечала? Почему мы сегодня учимся по расписанию среды? Сегодня пятница. Для нас и тьма со своей стеной спустили обратный календарь. Гораздил же меня застрять вместе с вами. Ты не способен что-то сделать ради другого человека. И прости меня, детка. 2 дня назад его хоронили. Кого? Деда, который сегодня умрет в 3? Я не дам ему умереть. Где? Мы должны рискнуть, если успеем. То есть последний день. Завтра... Бегите! Бегите! Вы уже недалеко, может, успеете. Ну где вы? Ну уже быстрее! Не самое лучшее место для шуток.